Ну, потому что ты уже варлок. Какой рейд? Что брать? КФ? Полхасту? А чё я-то? Ничего. А двери простреливать одним выстрелом. Сразу обе. Это чем? А чем так можно? Горизонт пробивает. Ну, раньше пробивал. Нет, сейчас с него стреляю и ничего вообще.
чё, там берёте? Guardian down. А где штучка эта? А чё, вы не несёте её? Ага. Вставляй сразу же. Вставляй сразу. Guardian down. Что-то медленный, медленный. Да, да, да. Ах, вот вот ты как заговорили, окей. Прямо сейчас? Ну давай хотя бы, блин, просто этот тотем и пройдем, а дальше уже протащим. Ну да, в принципе, нам же мы сами дальше пройдем после тотема. Guardian down.
так он отойдет. Пиши, читай клан Гайвера. И больше не заходи. Guardian down. Интересно, успеете открыть? Давайте да. Кто-нибудь. Ну давайте кто-нибудь быстрее. Вот если бы сейчас свою тень бы смогу поставить там. Тихо, подожди. Успеет. Найс. Давайте правда сейчас по фасту прям вот проверь, пройдем, ну что, ну напрягись. Чтобы никто не покурить, не попиться, не пока не уходил, прям так прям. Я налево побежал. Направо пошел. Ну сначала по центру останусь, потом направо иду. Угу. Кто-нибудь слева останьтесь на центре. Ханты, ультаните сразу по центру. Сходу прям. Купол в куполе, еще в куполе. Давай, блиц, когда будем на центр приходить, ты будешь помогать, я снимаю ведьму. Дальше помогаю. Справа. Браво.
слева. Желтый снайпер еще вышел точно. Да, я видел меч, который меня коснулся. Габа. Габа, габа.
жалко, купола не спадают. Сейчас бы наш один подставил, посмотрел на второй, третий, четвертый, они не сказали. Я там всю карту в купола взял. Да убью, беги. Я заберу статуэтку. Кнайф желтый к нам идет, возьмешь его? Иди. Я на центре один. Право. Ебать, поляна с белыми лебедями. Да. Давайте. Что у нас? Да не надо. Все равно убьет.
Тебя в центр готов. Вверх вставайте, вверх вставайте. Центр. И вниз вставайте. Готово. Вниз вставайте. Вверх. Guardian down. Алексона, давай попадем. Так он это... А, да. А как ты его ватнешь? Надо выкидывать. Boot from fire team только так. Иначе мы и пройдем. Да. Сань, ты что-то достаешь? Давай, может, я тебе поставлю melting point? Мы же без челленджа делаем? Или с челленджами? Ну, тогда melting point ставлю. Да. Вообще, но мне не принципиально. Я эту краску еще даже не...
пыль, ни на кого я не один. Сейчас. Если кому-то надо, давайте сделаем. Я не делал чего-то. Нет. Давайте сделаем. А кто будет первый агрик? Почему? Надо, чтобы все агрили, а не важно сколько. Абсолютно. Главное, чтобы все должны поагрить пораду. Кто будет забирать его первым? Че, как вы стоите, да, фиксируете? Давайте я сагрю, Гайвер сагрю. Thank you.
вами справа стоит. Блин, тоже сейчас сделал, так неправильно. Ты говоришь аугри, когда, блин, прыгаешь в яму, появляются мобы и вообще жесть какая-то. Ты тоже торопишься вообще бесплатно. Ну так я говорю, и ты летишь уже в каплю. Ну, сейчас играли очень быстро. Всем нужно об этом понимать. Ну да. Ладно, давайте понимаем. Люди. Что, нафиг эти мобы отходят? Гэвер будет третьим агрить. Шестой. Окей. Хоть мобов-то свои зачищаете справа. Забрал. Кинзюлю последний.
кстати, есть. Запинать взрывашку — это смешно. Она даже не убила, прикинь. Смотри, куда меня назад сейчас. Опа. Прикинь, меня, я сейчас прыгал вниз, и эта штука меня ударила таким-то боком, что я в итоге вернулся назад на стартовую лагну. Я буду орбитом. Вот. В общем, назад меня вышли. Скажите, когда взлетать? Погнали, в пятером пройдем. Вот для этот этап-то можно. Ничего страшного. Подожди, у нас тут четверо, что ли? А, ничего страшного. Они не появятся. Я как-то трупы выдачу.
Guardian down. Я на первую сторону. Я верну вторую. Агент, прыгай. Прыгай в рандом. Второй колон, извините. Все, погнали. Легенд первый. Окей. Да. Бегись, забрал. Да, у меня вот 13-4, 13-4, вот 3 раза. Я проиграл. 20 там, центр. Да? Сколько подожди у нас титанов? Ну да, вот по центру туда. Ну, тогда мы с тобой. Мы с тобой на центре. Я на защиту поставлю. Да. А кто на центре еще? Зачем? Просто никто не подзадал. Какое место с тобой? Yeah,
это потом возьмешь. Это все равно надо. Думаю, желтых на этой и убьем, боже мой, не тяжело. Сейчас можешь пойти. Ты хочешь пойти за твоим казачком и в бай подсюда денег? Потом извините, пацаны, не выйдешь. Красивый гранату пролетел, все такой снег, город вверх я улетел, и такие крысы такие сверху были. Такие фигни мечутся, мечутся из стороны в сторону, знаешь, никто не хочет умирать. Если экран берет крот, то, блин, я вообще ни хера не пойму, блин, умер он или не умер, блин, понимаешь? Раз потом дамажит еще, взрывы.
Он умер при рождении. Вы еще самые фишки не знаете, что будет весело. Так, сколько у нас тебя осталось? Чего? Сколько у нас титанов? Не помнишь? Один там, второй там, и один там. А у нас третьего нет. Да. Давай там наверху поставим. Ты на... Я на правую залезу, ты на левую. Не, не, не. Да нет. Мы хотели тогда этот рандом пойти такую сотворить жестокую вещь. Знаете, братан, чем ближе ты к куполу, тем быстрее ты тебя запихиваешь. Как только я наверх туда залазил, блин, вот туда, ебаться, блин, я туда хрен два туда телепортирую, блин. Четвертый, да, уже? Угу. Ну, они бегают тогда. Не сбегаем. Я вообще не Я посчитал до 5, блин, и все. Третьего, я говорю, не хватает, блин. Зато красиво такая, когда смотрится. Мы там на Голгороде потупили немножечко, потом на тотемах. Ну, в принципе, это тройка тоже. Минут 40 вообще его проходить, не больше. Чё, вас за каких играете-то? Значит, все. Я прям тоже все посплю сегодня. Чё это? Ты же в PvP хотел, Мишань. Ну пошли в PvP сходим. Нет, то персы менять не буду. Пойдем титаном. Ну не в PvP, а в баннер. В баннер.
А чё там? Кого ставить? Чё ставить-то надо? А, вот этот вот чел? Это какой чел, кстати? А это он? Володя? Он, ты же сказал, что это твой друг. Нет? Ну ладно.